Друзья, всех рад приветствовать. Мы находимся в BMG Drive, и это деревня. Деревня, которая находится, ну, достаточно далеко от трассы, но в этой деревне сегодня, друзья, настоящий праздник. А именно, день рождения у мальчика Вовы. Мальчика, который очень-очень давно мечтал о велосипеде. И очень надеялся, что именно в этот день рождения он получит этот подарок. Новенький велосипед. И действительно, отец позаботился и, наконец-то, купил ему настоящий велосипед. И он действительно классный, друзья. Я бы радовался такому подарку. Ты же рад? Вова, скажи. Серьезно рад? А ну-ка покажи, как ты радуешься. Молодец, Вова. Вова, давай поднимайся. Вот единственный минус, друзья, который я вам не сказал. Вова не умеет кататься на велосипеде, но очень хочет научиться. И сегодня, разумеется, друзья, велосипедист Вова будет учиться кататься на этом велосипеде. И самое главное, что сейчас ему скажет отец, это слова: Вова, не уезжай за город. Ни в коем случае не выезжай на трассу. Это опасно. Езди вокруг дома. И, конечно же, Вова сказал: да, да, хорошо, пап. Вова согласился с папой, и, друзья, сегодня мы постараемся, чтобы Вова научился кататься. Но мы-то с вами понимаем, друзья, что на радостях Вова, наверное, забудет про слова своего отца. Я, друзья, честно, не умею ездить. Ну, Вова не умеет ездить, я не умею ездить. Так, тихо, почему сразу на дорогу? А нельзя хотя бы просто по деревне сначала? Так, тихонечко, поворачиваем. Очень-очень трудно в поворот входить. Ну, нормально, кстати. На маленькой скорости, но, в принципе, вокруг деревни кататься. Так, уходим с дороги. Тихо, спокойно. Ребят, подождите, мальчик катается. Аккуратно, мы учимся еще. Мы только учимся. Главное, чтобы... Ладно, мы постараемся здесь не нарушать. Так, подожди. Что случилось здесь? Авария какая-то. А мы просто катаемся. Вова просто катается по деревне. Пока что помню еще о том, что говорил ему его отец. Слушайте, ну, на самом деле я удивлен. То есть очень даже неплохо у меня получается. Я думал, что я сразу упаду, как только поеду. Давай. Вова! Ой, трюк! Ой, башкой прям! Господи! Вова, ну это было хорошо сейчас, вот честно. Ты сделал трюк. Он просто об здание подлетел. Это было красиво, но удар пришелся, друзья, прямо в голову. И Вова потерял сознание только что. Просто первый выезд. Даже никто не сбивал, друзья. Ну, на самом деле, сделали почти полноценный круг. Ой-ой-ой, как-то его болтает. Ой-ой-ой-ой. Нет, друзья, это неудобно. Это максимально неудобно, я не знаю. Ну, Вова, куда ты поехал? Тебе же сказал отец. Нельзя! Куда ты? На обгон идет! О, обогнал, слушай, ну зацепил, по-моему. Если не ошибаюсь, то он только что педалью зацепил. Вова, ты что, разгоняешься? Кстати говоря, друзья, мы сейчас с вами узнаем максимальную скорость велосипеда. Постараемся, по крайней мере. Давай, разгончик. На обгон. Вова пошел на обгон. Ой-ой-ой. Кстати, я понял, когда Вова преклоняется, то выворот руля становится менее по радиусу. И, соответственно, мы можем на скорости управлять. А скорость велосипеда, я так понял, что это максимальная. 77 км в час. Вова, там какой-то этот. Там какой-то бардак у нас. Давай, объезжаем. Хорошо. Слушайте, зачем? Вот в пробках стоят люди. В пробках реально стоят. Зачем нужно покупать машину, когда есть велосипед, и ты, по сути, быстрее всех, и ты можешь смело так же ездить по встречке? Ну а что, мальчик, что его накажут, что ли? Да никто ему штраф не выпишет. Даже если ДПС сюда сейчас подъедет, да никто штраф его не будет выписывать. Так что вот, всех обходим спокойно, аккуратно, Вова, автобус. Хорошо, хорошо. Так, здесь нам нужно повернуть сейчас грамотно. Ой, пожалуйста, Вова! Вова, да, ой, через лес сейчас. Нет? Давай, через деревья. Вова, это опасно. Молодец. Еще сильнее выворот. Оп. Ну, блин, слушайте. Мне кажется, для первого раза это прям шикарно. А вот и трасса, друзья, основная, на которую отец как раз-таки запретил выезжать. Но мы, естественно, отца слушать не будем, поэтому... Мне кажется, мы упадем рано или поздно, потому что очень-очень тяжело управление. Тем более человек, который никогда, еще раз повторяюсь, велосипедом даже не управлял. Но при этом у него получилось сразу же сесть на этого двухколесного монстра. Слушайте, ну здорово. Транспорт вообще хороший, потому что мы, в принципе, ездим достаточно быстро. Вова, ну ладно, доехал хотя бы до трассы. Ребят, подождите, там Вова лежит. Вова, поднимайся. Опа. Говорил же отец. Опа. Говорил же отец. Все, слетела каска. И каска слетела. Но автомобилисты не заметили, как он лежал. Итого у нас, друзья, получилось, что сегодня уже Вова упал два раза. И один из них, как я понял, был смертельный. Ой, дайте мне выехать. Подожди. Уйди. Хорошо. Давай с горочки. Поехал, Вова, разгоняйся.
скорость. Не, 80. Да блин, педали, по-моему, или что это отвалилось только что? Какая-то часть отвалилась. Ну нормально, едем. Кстати говоря, вот 80 километров в час. Вы, конечно, простите, но на велосипеде, по-моему, даже с горки, мне кажется, 50 взять это хорошо. Не говоря уже, ну, о каких-то 80, опять пробка здесь какая-то. А мы просто, надсмехаясь над всеми, на обгон. Вова, давай на обгон. Хорошо. Жигу тоже на обгон. Хорошо. На встречечку, аккуратненько. Смотрите, слушайте, вот, да, на велосипеде шашки даже. Давай, Мерс, догоняй. Вова, давай. Догоняй, Мерседес. Сейчас обгоним. Ну, кстати, поток, мы едем как средний поток, по идее. Еще раз говорю, зачем в таком случае вообще приобретать машину, когда мы со скоростью потока едем? Так, давай, пригнись, как-то можно скорость еще выше, нет, сделать? Я просто понимаю, что... Давай, Вова, ну... Вова, ты чё? Давай, крути педали! Давай, крути педали, ты тебя на встречку выбросила, ты чё? Вова, держись! Держи, Вова, держи, аккуратно автобус. Да твою мать, ты куда ты... Да, Вова! Твою же мать, а! Ну ладно, не будем его винить, все-таки управляет, друзья, человек первый раз в жизни. Понять его можно. Вова, вставай и вот, блин, спасибо. Спасибо! Два человека не остановились, не заметили. Есть глаза? Есть же глаза у тебя. Куда ты? Стой! А еще, господа, на велосипеде вы сможете покататься в криминальной России на серверах Радмира. Вот смотрю на этих людей на заправке и смеюсь, ведь мне не приходится свой велосипед обслуживать, постоянно заправлять. Да и вообще, велосипед — это один из самых верных ваших друзей, который никогда не заглохнет и проедет даже там, где волки срать боятся. И мои слова не пустые, ведь все преграды на нем я могу перепрыгнуть и даже забраться на самую высокую гору без каких-либо проблем. А после взять скорость, которой позавидует даже самый заядлый стритрейсер. А деньги на него вы сможете забрать с помощью моего промокода BMNG, который можно ввести в игре с помощью клавиши M. Далее вниз активировать код и слева вводим его. Я играю на этом проекте уже 6 лет и буду очень рад видеть вас здесь. Приятной игры. Ну ладно, упал. Бывает, понимаю. С кем не бывает, падают люди с велосипедов, да? Но ты же видел, давить-то зачем? В общем, друзья, сходимся на том, что скорость велосипеда у нас выходит 80 км в час. Ну, хорошо. По идее, как-то с горки, с какой-то крутой, наверное, можно взять в реале 80 км. Какого? Ты что делаешь-то? Вот Вова сейчас не виноват. Вот Вова реально сейчас не виноват. Все, в отбойник еще улетает Вова. Вовчик, это первый раз, когда ты вообще не виноват. Ты ехал по своей полосе, там просто какой-то мудачело начал разворачиваться. Опять же, Вова молодец. Мы практически объехали его, еще бы чуть-чуть. Потому что выворот, ну, все равно тяжелый, друзья, у велосипеда. Им не так просто управлять. Это не как на машинке, да, влево-вправо. А ну-ка сейчас попробуем еще трюк сделать небольшой. Попробуем объехать этих идиотов, которые там собрались. Другими словами не назвать это. И оп, оп. А что, думали, упаду? А нет, а не упаду, я нифига. Вова! Ох, Вовочка, лучше ты не объезжал. Еще и велосипед сломал, еще и от бати влетит. Мало того, что упал, ушибся, так еще сейчас от кулака бати влетит. Как говорится, не надо ничего придумывать. Есть дорога, едем исключительно по дороге. Но у Вовчика сегодня в любом случае радостный день. Я надеялся, что, возможно, ничего не произойдет, друзья. Я еду, как еду, спокойно. То есть я стараюсь сделать все, чтобы никто в нас не въезжал. Ни в кого мы не въезжали. Да, как получается? Но видно даже, да? Господи, вы достали. Видно прекрасно, что Вова не умеет ездить. Да, видно, что он не умел до этого. Почти поток догнали. Давай, Вовчик. Практически догнали. А теперь просто на обгон. На обгончик. Давай-ка еще, знаете, похамим. По зеркала посносим. Хотя, наверное, мне кажется, плохая идея на велосипеде зеркала сносить автомобилистам. Вот так вот, притирочку. Ох, шашечки сейчас будут, господа. Вот это шашечки. Давай, Бэху обходи. Блин, будет классно, если Бэху. Ой, тихо. Ой, хорошо. Да куда ты? Ты не видишь зеркала, смотри. На мой велосипед прям наехал. И дальше поехал, смотрите. Блин, так хорошо начал, а? Вовчик, ты не виноват. Он в зеркала не смотрит. Да, Вова, да. Ты во взрослом мире. Привыкай, пожалуйста. Теперь остается только привыкать. Да, возможно, ты быстрее всех сейчас. Возможно. Даже по трассе. Друзья, Вова быстрее всех. Так вот, про словосочетание шашки на велосипеде. Не думал. Но учитывая скорость потока, да, всех автомобилей, то почему бы и нет. Ладно, немножко порискуем. Кстати, опять догоняем поток, смотрите. Ну, это прям проще простого. Реально, вот. Нет, не надо так делать. Не надо. Вот, ну вы же должны быть немножко хотя бы адекватными.
Окей, едет мальчик на велосипеде по встречке. Зачем в его сторону выворачивать, я не понимаю. Все, начинаем обгонять поток и начинаем играть в шашки. Шашки со взрывом. Нет, я хотел объехать автобус. Понял, что не вывезу. Понял, что мне этого не вывезти. Почему-то некоторые автомобили у нас просто стоят. Ну что, друзья, Вова покатался, Вове понравилось. Но Вова решил набрать еще больше скорости. Вот я правда, друзья, не знаю, сможем ли мы взять скорость, допустим, больше на горке. Мы с вами протестируем. Вова решил попробовать прокатиться с горки. Это будет очень опасно, потому что здесь склон достаточно крутой. Вы наверняка этот склон знаете. Вова, только аккуратненько, давай не только в дерево не врежься. Поехали. Давай. Ну нет, тут видите, очень масса маленькая и скорость не набирается. Хотя 60 км в час. Ну, кстати, хотя бы здесь не страшно. Да, педали крутить, конечно, не надо. Это плюс 70. 77, если быть точным, максимально, да, скорость? Больше мы не брали, 70. Мне кажется, нам нужно спуск еще круче. Потому что здесь у нас тормозим. Давайте сами немножко разгонимся. Опа. Ну, больше можно? 79, 80, есть! 80 км в час. Офигенно. Но 200! Мы здесь, друзья... Опа. Опа, я понял, братцы, отойдите. Хорошо. 78, 79 км в час максимум с горки. Ну, слабовато, если честно. Прям слабовато. Я думал, можно побольше как-то. Вот вроде бы за скоростью поднялся сюда, да, Вова? Чтобы красиво съехать больше 80 км в час, а не получается. Но у нас есть клавиши, вот, допустим, пригибаться. Она же что-то значит. Может быть, она скорость нам даст. Так, Вова, тихонечко поворачиваешь. Набираешь скорость максимальную. И пригибаемся. Вот, пошла жаришка. Так, воблинг сразу же. Мне не нравится, давай без воблинга. Вова, аккуратно. Сколько? 100 км в час. Сотку несемся, Вова, аккуратно. Держи позицию, уйдите. Да какого? Ой-ой-ой, пробил. Это головой он пробил сейчас стекло приор или нет? Ты что, не видел, что ли, велосипедист ехал? 100 км в час. 100 км в час. Он мог бы больше взять, кстати говоря. Но погнул. Приору нехило, я вам скажу. Понятное дело, что если мы на велосипеде, друзья, то для всех остальных проблем нет. Ну, не касательно там, да, осколков стекла, которые падают пассажира. Но в целом... Ух ты, это Вова так перелетел? Или здесь уже была авария? Вову убили. А если нам, допустим, привстать, то таким образом от этого тоже скорость меняется или нет? А если мы пристанем и еще пригнемся? В таком случае что будет? Ладно, сейчас проверим. Давай его выворачивать тихонечко. Поехал. Опа, хорошо. И теперь, так, главное дорогу держать. Выравниваемся. И скорость 60. 70. Вова, давай больше бери. Хорошо, воблинга нету. Так, Радик там что-то встал. Сейчас может нам помешать. Ой-ой-ой-ой. Тихо. Ой-ой-ой, что-то мне страшно. Да как вы... Так, подожди, стоп. Так, выруливай главное. Друзья, максимально пытаюсь вырулить. Я выйду из этой ситуации живым. 115 км в час сейчас. 115, чтобы вы понимали. Давай, не задевай только. Уйди, Веста! Весточка, пожалуйста! Ну, есть же! Да задели! Вова, держись, хорошо. Хорошо держится пока. Пацан, вау! Вова, да ты крут! Удержался, реально. Так, еще раз. Ой-ой-ой, что за машина здесь? Отъезжай, дружище! Отъезжайте, пацаны! Пацаны, отходите, молодцы. Хорошо, он держался просто. Так, тихо, между надо проехать. Да вы чё? Зачем ты это сделал? Ну ты же видел, сколько? 120 км в час на велосипеде, черт возьми, с горки. Зачем ты убил Вову? Он еще и дальше не полетел. Жалко, что он зацепился на самом деле. Очень жалко. Ну, лучше бы он дальше полетел, может еще выжило, да? А здесь шансов точно нету. Такого резкого тормоза. И каска вот эта, ну вообще никак не спасла его. Просто разворотила. Вова разворотила. Решил покататься на такой скорости большой. Слушайте, ну здесь трудно через машин проехать. Очень трудно. Здесь еще подлеты плюс. Ладно, первый прошли, конечно, очень красиво. Но второй, видите, немножко неудачно. Их бы проехали, и можно было аплодировать стоя. Ладно, Вова, не переживай. Осуществим твою мечту сейчас. Осуществим. Только дай мне... Когда мне вернуться... Ой, ну это уже трюки от тебя пошли просто какие-то невероятные. Вова! Ты серьезно? Это было красиво сейчас. Во, все, давай без трюков. Ты сначала трюк первый сделай. Это, пожалуйста, с горочки спустись, а потом мы уже посмотрим на твои трюки. Мы должны полностью пройти, друзья, этот спуск. Это основная наша задача. Ой, пожалуйста, хорошо. Так, набираем скорость и пригинаемся. Поехали. А если мы еще... Не-не, это наоборот только разгоняет
Воблин. Хорошо. Пока отлично. Сколько? 124, друзья. 130. Мы взяли 130 км в час. Ой-ой. А вот этого я не продумал. Подожди, подожди. Вова. Держись, 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 Вова. Вова, держи, держи. Велосипед, держи. Да что ты будешь делать, а? Развалился на части. Ну ладно, неудивительно. Скорость большая очень. Скорость, друзья, просто бешеная. Конечно, он развалится. Колесо наше дальше покатилось. Сейчас кого-нибудь прилетит по-любому. Пацаны, отъезжайте. Отъезжай, сейчас прилетит, блин. О, повезло. Повезло. Четверку. Четверку прилетело. Нормально, по поворотнику немного долбануло. Погнуло поворотник, смотрите. Попробуем, друзья, сразу же начать со спуска. Мне кажется, так будет проще и быстрее, как минимум. Итак, Вова, давай. Поехал, разгоняйся еще. Угу. Все, главное, чтобы не было воблинга. Ну, не знаю, 135 мы уже, наверное, не возьмем. Опять машинами перекрыто все. Я не знаю, я даже не проеду. Не, я вынужден тормозить из-за этого. Вот здесь уже 130 почти была скорость. Но здесь опять же подлет. Ну, дружище, ну ты чего? Ну сейчас башкой прилечу, стекло к тебе. Ну все, башкой, башкой, пробиваем. Просто пробиваем, друзья, ему окошечко. Но я не знаю, как они не смотрят. Ну, я уверен был, что я в него не влечу. Он как-то, или он поедет вот на Ролс, еще и в Ролс въехали, друзья. И поверьте мне, Вова будет виноват. Он будет виноват, он будет платить. Ну, вернее, его родители, понятное дело, что он умер от таких последствий-то. Кстати, велосипед оказался, ну, практически целым. Я думаю, это нам с большим трудом, друзья, будет даваться. Сейчас что-то он почему-то скорость так медленно набирает. Во! Все, 80 сейчас быстро взяли. Сейчас, возможно, 130 мы наберем, кстати говоря. Давай. Главное, не, пожалуйста, только не поворачивай. Ты же видишь, да? Ты видишь, ты хочешь пропустить. Ты же хотел пропустить! Ты же хотел, почему ты ждал? Почему ты ждал, пока я проеду? Я не понимаю, не было машин, почему ты ждал? Объясни мне, как они так запрограммированы? Я не понимаю. Я не понимаю, ну это невозможно. Он просто вот, он встал, просто вот здесь встал и не поворачивает до тех пор, пока я не подъеду. Я ничего не не может такого быть просто, понимаете? Я их так не программировал, они сами думают, они живые. Блин, я понял, что они живые, есть мозг. Ну не может бот себя так вести, не может. Он просто вот тютелька в тютельку, ну как так вот возможно? Я не понимаю. Дайте мне рекорд взять, 131 хотя бы километр в час. Все, тихонечко едем. Еще один, начинаю. 110, 115, 120, 126 километров в час. Опа, проезжаем. Тихо-тихо-тихо, на козла встали. Ай, татя, хорошо было. Это было уже хорошо, на козла встали, уже что-то получилось. Ну ладно, друзья, это очень все опасно. Мне кажется, если вы хотите посмотреть, как Вова катается с горки, мне кажется, нужно, во-первых, выбрать другую горку. Да, без подлетов всяких. Более такую интересную, Вову опять похитили. Интересную более такую, да, так сказать, чтобы по 200 взяли, то... Можно это устроить и отдельный ролик записать, поэтому обязательно, если этот ролик конкретно понравился, покажите обязательно свои пальцы, вверх поставьте. Ну а я же, в свою очередь, каждому из вас благодарен за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока.